Очень интересная игра «Пары», или лучше назвать ее «Найди пару». Это замечательное средство, которое позволяет развить внимательность и память у ребят, особенно младшего школьного возраста, да и взрослым тоже, убедился на собственном опыте, работать с этим средством довольно интересно. Вы наверняка уже встречались с такой игрой, может быть, в компьютерном варианте, а может быть и самым обычным, с карточками. Смысл ее в том, что у нас имеется некоторое количество карточек, которые повернуты к нам оборотной стороной. Но на лицевой стороне имеются какие-то картинки. Причем каждая картинка содержится дважды. Смысл игры состоит в том, чтобы, открывая эти карточки, запомнить, где какая лежит, и потом попытаться открыть две карточки подряд. Если это случится, такие карточки исчезнут. Чем быстрее мы сумеем решить задачу, тем лучше. Для того, чтобы посмотреть, что изображено на той или иной карточке, нужно по ней щелкнуть. Ага, здесь у нас яблоко. Угадал. Два яблочка подряд. Так. Апельсин. Апельсин. Угадал. Клубничка. Вишенка. Не получилось. Вишенка. Вишенка. Ну, понятно, что здесь осталось две клубнички. Пять попыток. Пока у меня лучший результат, меня поздравили. Спасибо. Ну что ж, давайте рассмотрим, как подготовить это средство к работе. Заходим в коллекцию, лад 2, занятия, ищем средство пары, извлекаем рабочий стол, щелкаем правка для перехода в режим редактирования. Вот здесь вот, в этом окне, мы можем выбрать количество пар, которые у нас будут. Ну, пусть пар будет 4. Если я ставлю галочку «Отображать номера элементов», то карточки будут пронумерованы. Это помогает запоминать, где какие. И если эту галочку убрать, карточки будут без номеров. Ну, в общем-то, не особо принципиально. Далее я должен поместить в соседние карточки, помеченные одним цветом, одинаковое изображение. Чтобы не терять времени, я подготовил папку «Фрукты и ягоды». Итак, в первую карточку поместим апельсин, во вторую карточку пусть будет вишня, в третью пусть будет клубника, четвертое – яблочки. Ну, уж компьютер эти карточки перетасует случайным образом. Если по какой-то причине мне нужно удалить эти изображения и вставить другие, я могу воспользоваться вот этим вот средством. Сейчас же у меня все готово. Окей. Итак, я могу начинать работать. Ну и так далее.